Алина сосредоточенно продумывает стратегию. Захват 4 центральных клеток поля, развитие всех фигур и контроль как можно большей площади поля. Создание защиты короля, увеличение направлений возможных атак. Девочка знает все этапы партии, ведь занимается этой игрой уже 4-й год. Кроме того, она убеждена, что развиваться в шахматах очень помогает игра с наиболее сильным соперником. Если будешь играть со слабым игроком, то ничего не будет. А если с сильным, даже если ты проиграешь, то ты начнешь у него рано или поздно выигрывать, потому что будешь знать, как он думает, какая у него стратегия, тактика. Рыбницкий шахматный клуб «Салют» переполнен гостями. Посол Европейского союза в Республике Молдова Петр Михалко, заместитель постоянного представителя программы развития Организации Объединенных Наций Стефан Лиллер, представители администрации города и другие гости говорят о значимости развития спорта в регионе и о важности создания условий для юных спортсменов. Цитируя великого гроссмейстера Роберта Фишера, «Шахматы – это жизнь. Можем судить о том, что у нас в Рыбнице жизнь продолжается, шахматами занимаются, и, безусловно, этот проект будет способствовать вовлечению более широких масс в этот увлекательный мир шахмат. Поэтому искренне благодарю всех за участие. Надеюсь, что на этом работа у нас не остановится, а приобретет все более новые объемные масштабы. Мы, Европейский Союз, очень рады, что мы могли поддержать отремонтирование шахматного клуба «Салют» в Рыбнице и тоже шахматного клуба в Рязине, чтобы они могли предоставить условия, хорошие, прекрасные условия для этих молодых людей. Я надеюсь, что они все будут себя чувствовать здесь хорошо, что здесь будут тренироваться новые мастера, грандмастера, которые будут занимать передовые места на международных соревнованиях. Просторные светлые помещения после евроремонта, новые столы, современные шахматы с электронными часами и плиточное покрытие пола рисунком шахматной доски. Весь окружающий антураж погружает в атмосферу этой интеллектуальной игры. В этот день в шахматном центре прошло первенство района по шахматам и шашкам. Увлеклись этой игрой и гости. He was a strong competitor. He beat me. I don't know how because he I'm guessing that he plays more than me. Да, он это был очень сильный соперник. Он меня просто разбил поголовно. Я даже не знаю, каким образом это произошло, но полагаю, это потому, что он больше тренируется, чем я. В Рыбницком шахматном центре «Салют» за 13 лет существования более 1000 юных спортсменов учились азам этой игры. И в настоящее время рыбницкие шахматисты показывают высокие результаты. Мастера и кандидаты в мастера спорта, участники чемпионатов мира и Европы. Илья Мартынович, чемпион Европы 2016 года, действующий чемпион среди взрослых в Приднестровье. Юный спортсмен вспоминает первые занятия в своем родном клубе «Салют». Начинал я в условиях, когда на 10 человек было 2 шахматные доски в маленьком зале 2 метра на 3 метра. И, конечно же, с этими условиями, какие сейчас предоставляют детям, не сравнить. Я считаю, что если дети будут работать, без работы никогда ты ни в любом виде спорта не пробьешься. Если они будут работать, то при такой поддержке администрации, другие, Молдовы, Европы, они смогут достичь таких же или, может быть, даже более значимых успехов, нежели я. Шахматный центр в Рыбнице был отремонтирован в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», финансируемой ЕС и внедряемой ПРООН. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.